«Подлинное мужество». Выставка с таким названием открылась в Национальной библиотеке имени Доможакова. Она посвящена специальной военной операции. Познакомиться с героями современности и узнать об их подвигах можно до конца декабря. Что стало причиной начала СВО? Почему возродился нацизм на Украине? Чем это грозит национальной безопасности России? И кто стоит за спиной врага? Ответы на эти вопросы собраны в экспозиции. Особое место здесь занимают материалы о погибших бойцах. В том числе представлена история героя России Аймира Миагашева, который погиб на СВО. Он самоотверженно закрыл с собой гранату и спас товарищей. В разделе «Наше единение» размещены материалы о том, как Хакасия помогает нашим защитникам, какая финансовая, материальная и гуманитарная помощь приходит на передовую из деревень и городов республики. Это не последняя наша выставка. Со временем мы, конечно, эту тему продолжаем, потому что оставаться равнодушными мы не можем. И вот считаем своим долгом рассказывать об этом, показывать эти материалы широкому кругу читателей.